Итак, всем привет, дорогие друзья! Рада пригласить вас на стадион «Труд» в город Ульяновск. Здесь сегодня в рамках третьего тура Билал Билалов будет выступать на острие атаки. Итак, поехали, дорогие друзья! Передача на левый фланг, там открывается Билалов. Билалов под правую ногу! Прекрасный сейф Игоря Обухова! Прекрасный полет, настоящий пантеры мы сейчас увидели. Вперед посылает мяч в сторону Руслана Безрукова. С левой ноги бьет Безруков, штанга! Добивание! Прекрасная игра голкипера Семена Морозова. Ну не только же Обухова восторгаться. Тут есть еще один классный голкипер. Вот он перед вами, Семен Морозов. И эту попытку обрывает Цыганцов. Опа, вот это что, пенальти? Ну да, 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 пенальти, стопроцентный. Вы сами видели, как выскакивал к воротам Раби Уриди. Прессинг очень серьезный со стороны болельщиков. Это чувствуется здесь. Уриди бьет по воротам 1-0. Мераби Уридия отличается и забивает первый гол нефтехимика в этом сезоне. У Джики был один момент. Пробил хорошо, но не забил. А здесь попытка огорошечка голкипера. Ой, какой гол! Я сейчас за голову схватился от удивления. Это же невозможно прокомментировать нормально. Это же шедевр, это же гениально. Все, до будущих встреч, дорогие друзья. Всем желаю отличнейшего вечера и ночи. Всем футбольного настроения круглосуточно. И всем говорю пока. Это было весело.